Всем привет, народ! Я хочу вам сегодня показать кусочек чешского села. Вот пока буду идти, я буду снимать вообще, как чехи живут. Очень много черепицы у них здесь. Травы так же, как и в Польше. Везде вот эти вечно зеленые кустарники, цветы. Видите, какая черепица на крыше. Есть такая, как кирпичиком, есть такая вот, как... Я не знаю даже, с чем это сравнить. Кстати, у них здесь очень много памятников, но эти все памятники как-то нацелены больше на религиозное такое вот. Смотрите, какие. Если посмотреть с горы, тут же такая местность, как бы такая полугорная. То вот смотришь на городок, он, если так в низинке стоит, полностью крыши такие, черепица. Чтобы же, не дай бог, никого не снять, а то потом же будут выставлять, ругаться. Девчонки, мальчишки чешские. Это они идут, тут где-то есть пляж. Тут где-то озерце такое небольшое. Сейчас жарко. И вот это вот туда ходят. Мне чехи тоже посоветовали. В городе есть большое водохранилище, но все, нет времени туда доехать. Да и далеко ехать, этот час ехать туда. А озеро тут недалеко. Я еще не ходил. Вот. Смотри, какие остановочки. Это автобусная остановка, но они не все такие. Всякое множество этих остановок. И со стеклом, и без стекла. Видите, вот сколько я иду, постоянно зелень. Зелень, 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 зелень. Кстати, крыша, видите, там немножечко побило ее чем-то, временем, наверное. И вот, кстати, вот эти новые фасады, что вот я сейчас вот снимаю, да, это обшивают, берут десятку пенопласт. И обшивают вот так вот, дома утепляют. Я вам скажу, очень теплые дома получаются. Тем более, что здесь особых морозов нет. Газ российский, от которого они хотят отказаться потихонечку. Вот, и поэтому они вот это вот утепляются. Вот, кстати говоря, вот это не кирпич, а это плитка, которая на пенопласт наклеивается. Вот это все пенопласт, ребята. Все такое вот новенькое, это все пенопласт. Смотрите, елочки везде. Вообще красота. И именно так задумка, не просто так, а елки там, смотрите, синевой, зеленоватый, более зеленые, более такие какие-то светлые тона, более темный зеленый. То есть настолько, как будто бы художник здесь прошелся. Вот смотрите, еще одна капличка. Вот только там проходили. И еще одна. То есть на религию, здесь на религию очень сильно Чехия. Так все понастроено, этих соборов всяких, и старина, и новина. Но дело в том, что тут не так, как в Польше. Не все ходят по церквям этим, по костелам. То есть тут как бы попроще, типа,
мы католики, мы верим, но в церковь не ходим. Ну, такого вот плана разговора. Это я еще, вот смотрите, водичка. То есть на всякий случай. Это еще раз я повторюсь, это вообще село, это даже не город, это такой сельский край. Вон там вот уже вдалеке уже видно, что уже поля пошли. Я не знаю, это метров 400 на 400 может быть этот город. Ну может полкилометра на полкилометра, то есть вообще небольшой. То есть я практически начал снимать в начале и уже дошел до конца. Вот, просто захотелось показать, я Польшу уже показывал вот эти вот все. Вот, захотелось показать еще и Чехии кусок. И, кстати говоря, по дорогам, вот вы видите, латки какие на дорогах. И в Словакии такая же чепухня. Здесь никто не переделывает дороги. То есть заново их никто не переделывает. Потому что, в принципе, они качественно сделаны и от времени... Они начинают, конечно, приходить в негодность какую-то. И они просто вот машины ездят и заливают вот это вот. Ну, короче, вот этим вот жидким асфальтом. Просто трещины заливают, да и все. Если уже совсем плохо, тогда уже кусок меняют. Ну все, конец города. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока.